привет! Вы на канале Pixel Ranger, и в этом видео нарисую по клеточкам персонажей игры Among Us. Я нарисую импостера с языком. Рисунок помещается в обычную тетрадку, он небольшой, несложный. Для рисунка берем черный фломастер или маркер, чтобы нарисовать контур, оранжевый, красный, синий, голубой и желтый фломастеры. И, конечно, можно закрасить этого импостера другими цветами, какие вам больше нравятся, или какие у кого есть фломастеры. Сначала берем черный маркер или фломастер, начнем рисовать от нижнего левого угла рисунка. Вот эта клетка у меня будет нижний левый угол рисунка. Отступаю на одну клетку вправо и вверх. И закрашиваю здесь 8 клеток вверх. Теперь 8 клеток вправо по горизонтали. Пять клеточек вверх здесь. Идем по диагонали влево вверх, закрашиваем 5 клеток вверх по вертикали. Одну клетку вправо теперь. От этой клетки идем по диагонали вверх вправо и закрашиваем вниз 5 клеток. Здесь одну клетку по диагонали вправо-вверх. Еще идем по диагонали вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Это верхний край рисунка. Теперь идем по диагонали вниз вправо, 2 клетки вправо закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз вправо, 2 клетки закрашиваем вправо. Идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 8 клеток вниз. Поворачиваем по диагонали влево и закрашиваем вниз 3 клетки. Идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 4 раза по одной клетке. От вот этой нижней клетки идем влево, закрашиваем вверх 3 клеточки. Здесь идем вниз по диагонали, закрашиваем 4 клеточки вниз. Поворачиваем влево, закрашиваем 3 клетки по горизонтали. Теперь идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 4 клетки вверх, рисуем ноги. Теперь здесь 4 клетки влево по горизонтали. Теперь от вот этой клетки идем вправо, закрашиваем 3 клеточки вправо. Идем по диагонали и закрашиваем вот здесь 2 клеточки вверх. Теперь от этой клетки влево одну клеточку закрашиваем. От вот этого угла идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 4 раза по одной клетке. Теперь от вот этой клеточки идем вниз и закрашиваем 4 клеточки по вертикали. И вот здесь по горизонтали закрашиваем 5 клеток. Теперь от вот этой клеточки идем на 3 клетки вправо. Раз, два, три. Теперь вверх закрашиваем здесь одну клетку. Перепрыгиваем одну клеточку вправо, еще одну клетку закрасим. Теперь вот здесь одну клетку закрасим. Это рисуем зубы. Теперь от вот этой клетки перепрыгиваем одну клетку вверх, закрашиваем одну клетку. Еще одну клетку вверх перепрыгиваем, закрашиваем одну клетку. Идем по диагонали вниз, вот здесь одну клетку закрасим. Теперь от вот этой клеточки идем влево, закрашиваем одну клетку. Перепрыгиваем одну клетку вверх, закрашиваем одну клетку. Идем по диагонали вниз, вот здесь одну клеточку закрашиваем, и черный фломастер нам больше не нужен для этого рисунка. Сразу берем красный фломастер, дорисуем ему здесь язык. Сначала закрасим вот эти 6 клеточек красным. Теперь вот здесь 3 клетки по горизонтали красные будут. Здесь 2 клетки по горизонтали. 3 клетки вверх идем закрашиваем. И здесь 2 клетки по вертикали. Теперь
теперь я беру оранжевый фломастер. У меня будет импостер желто-оранжевый. Вы можете брать любые другие цвета, какие вам нравятся. Закрашиваем вот эти клетки оранжевым. Вот здесь провожу контур. Вот эта часть будет оранжевая. И еще веду контур. Здесь клетка вверх. Здесь клетка вправо, клетка вверх, две клеточки вправо, клетка вверх, две клетки вправо, клеточка вверх, две клетки вправо, клетка вверх, клетка вправо. И закрашиваю вот эту нижнюю часть оранжевым. Теперь я беру желтый фломастер, верхнюю часть импостера закрашиваю желтым. И теперь берем синий фломастер, закрашиваем вот по вертикали эту полоску, здесь по горизонтали вот эту полоску и здесь две клетки. А голубым фломастером закрашиваем вот эти две клетки. Здесь 5 по вертикали. И вот эти три клеточки, угол такой. И все. Вот такой рисунок по клеточкам у меня получился. Помещается в обычную тетрадку, несложный, небольшой. Кому понравился мой рисунок, идея, не забывайте ставить лайк под видео. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч на канале Pixelenger.